Объект номер SCP-1312. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1312 должен быть огражден по периметру электрическим заграждением высотой в 2 метра. Все потенциальные выходы из объекта должны находиться под круглосуточной охраной. Любые существа, пытающиеся покинуть SCP-1312, должны быть захвачены и немедленно поставлены на содержание. Входить на территорию SCP-1312, а также проносить туда различные предметы без специального разрешения, строго запрещено. Любые эксперименты с SCP-1312 должны быть одобрены как минимум 3 сотрудниками 3 уровня допуска. Описание. Номером SCP-1312 обозначается недостроенная зона 41, в которой на 7 месяце строительства произошел инцидент, повлекший перемещение всей зоны на 3 км в северном направлении. Все сотрудники, находившиеся в SCP-1312 в тот момент, предположительно погибли или находятся в таком состоянии, что их можно считать пропавшими без вести. SCP-1312 является местом обитания большого количества гуманоидов, каждый из которых напоминает человеческое существо, без характерных особенностей, окрашенное одним цветом. Данные существа обладают низким интеллектом и спокойны до тех пор, пока не ощущают присутствие организма, не являющегося эндемичным для SCP-1312. На данный момент существа пытаются захватить нарушителей и поместить их в камеры содержания, уже присутствующие в зоне. В том случае, если на территорию объекта проникло одушевленное существо, то сначала его либо обездвиживают, либо оглушают. Данные гуманоиды подразделяются на 3 типа. SCP-1312-1 – белые гуманоиды. Первые выполняют действия, которые предположительно являются попытками экспериментов с захваченными существами или объектами. Обычно они не приближаются к захваченным объектам. Вместо этого командуют третьими посредством щелкающих и рычащих звуков. Первые также заполняют документацию относительно проведенных ими исследований над захваченными объектами или существами, смотри обнаруженные документы 1312-1. SCP-1312-2 – черные гуманоиды. Вторые, судя по всему, отвечают за захват и удержание захваченных объектов или существ. Они могут говорить, но их выражение сводится к словам «нарушение сдерживания» при виде присутствия чего-либо, не относящегося к содержимому SCP-1312. SCP-1312-3 – оранжевые гуманоиды. Первые командуют третьими при экспериментах с объектами, которые не относятся к содержимому SCP-1312. Обычно они толпами следуют за первыми по территории объекта. Судя по всему, третьи не способны к самостоятельному мышлению и не действуют без указания первого. 2000 была организована небольшая экспедиция внутрь SCP. Гуманоиды были отвлечены путем помещения нескольких предметов на территорию объекта незадолго до этого. Во время этой экспедиции в пустых камерах содержания и кабинетах было обнаружено несколько документов, явно написанных первыми. К несчастью, один из членов экспедиции был схвачен гуманоидами, населяющими SCP, во время выхода, смотря обнаруженный документ номер 3. Обнаруженный документ 1312-1. Объект номер SCP. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Он кладется в коробку. Он остается в коробке. Он держится в коробке под охраной. Не вынимать из коробки. Это могут использовать только доктора. Описание. Оранжевая палочка с черным внутри. Чернота оставляет себя на бумаге. Этот эксперимент написан на бумаге. Когда расходник его ест, он умирает. Он содержится в его шее. Его вырезают острыми штуками и вытаскивают. На нем теперь следы зубов. Протокол экспериментов SCP-1. Первый эксперимент. Помещен в воду. Результат мокрый. Второй эксперимент. Помещен в холодную комнату. Результат холодный. Третий эксперимент. Помещен в теплую комнату. Результат теплый. Четвертый эксперимент. Ему задают вопросы. Результат молчит. Пятый эксперимент. Разрезан на части острыми штуками. Результат сломан. Теперь только черное, без оранжевого. Обнаруженный документ 1312-2. Объект номер SCP. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Держать в комнате. Комната заперта, не открывать комнату.
Только доктора могут открывать комнату. Два охранника поставлено для сдерживания. Не пить. Описание. Белый цилиндр. В нем есть жидкость. Жидкость была теплой, но теперь она холодная. Это из-за холодной комнаты. Это что заслуживает SCP. Помните наш девиз. Обезопасить, удержать, сохранить. Когда расходник пьет это, ему хорошо. Они больше этого не говорят, потому что оно холодное. Доктор говорит, что помнил, как пил это. Не слушайте его. Он лжец, лжец, он лжет, он лжец, лжец, лжец. Данная запись продолжается несколько страниц подряд. Протокол экспериментов SCP-1. Первый эксперимент помещен в воду, а результат мокрый. Второй эксперимент помещен в холодную комнату, а результат холодный. Третий эксперимент помещен в теплую комнату, а результат теплый. Четвертый эксперимент, и ему задают вопросы. Результат молчит. Пятый эксперимент. Разрезан на части острыми штуками. Результат не получилось. Обнаруженный документ 1312-3. Объект номер SCP. Класс объекта нейтрализован. Особые условия содержания. Не слушать его. Никакой пользы. Одна ложь. Держать в комнате. Кормить расходниками. Не слушать, как он говорит тебе. Если попытается выбраться, ударить. После удара поместить обратно в комнату. Все сотрудники, которые утверждают, что он не лжет, лжецы. Не верить им. Описание. Похож на человека, но розовый и с жестким материалом на нем. Может говорить, но все ложь. Он оскорбляет проходящий мимо персонал. Иногда он кричит. Он говорит, что является агентом организации SCP. Это ложь, и он лжец. При нем был металлический предмет. Он убивает расходника, если направить на него и нажать на крючок. После этого в голове расходника остается штука. И если направить не в голову, то они умирают дольше. При нем был еще один металлический предмет. Из него слышались голоса, спрашивающие, где агент Бэнкс. Мы спросили, SCP ли это, и голоса прекратили говорить. Поэтому он теперь SCP. Теперь он содержится. Первый эксперимент помещен в воду. Результат – всплеск. Второй эксперимент помещен в холодную комнату. Результат – дрожит. Третий эксперимент помещен в теплую комнату. Результат – теплый. Четвертый эксперимент. Ему задают вопросы. Результат – лжет. Пятый эксперимент. Разрезан на части острыми штуками. Результат – мокрый. Для доступа к остальным документам необходима подписка на канал.